Добрый день, купил данный монитор в пятницу вечером, его заказал в розетке магазин, и уже в воскресенье в 12 я уже его забрал. Сейчас будем делать распаковочку. Не обещаю, что видео будет супер качественное, но постараюсь максимально, как бы. Вот такой вот мониторчик, такая упаковка. Сейчас мы его вскроем. В принципе, доставили быстренько. Первый раз беру на розетки. Вот какие-то тут наклеечки. Вот такие вот. Так. Смотрим дальше, что тут у нас. Опять же, какие-то наклейки, непонятно. Для чего они нужны. Но мы потом разберемся с этим. Также предложили за какую-то определенную сумму, не помню сколько, в районе 200 гривен, сертификат на проверку битых пикселей. Но я как бы отказался от этого. Что у нас, какая тут комплектация? Что это? Так, открываем. Гарантиями. Так, эту сторонку. Вот еще какой-то талончик. Это у нас идет зарядка с переходничком на 220. Она вынимается, кстати, но мы не будем этого делать. Мы пока в сторону откладываем. HDMI кабель. DisplayPort не идет. Кстати, модель монитора. 2К монитор Samsung. 144 Гц. Вот как он называется. 144 Гц игровой монитор. Так, Samsung. Ну вот, они дают кабель HDMI. DisplayPort кабель надо отдельно покупать. А также инструкции, диск. Так, смотрим дальше. Ну, это, я так понимаю, ножка. Опять же, книжечка какая-то. Наверное, инструкция для применения. Так. Ну, книжечку. А, нет, это не крышка, это крышка задняя. Мы ее не будем сейчас трогать. Дальше у нас идет еще какая-то штукенция. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Открываем. И это у нас ножка, я так понимаю. Ножка для крепления. Так. Открываем сам монитор, смотрим. Больше в комплекте ничего не шло. Ну и как говорится, сам монитор. Вот такой вот мониторчик. Ну вот и все, наверное. Вот и весь обзорчик. Глянем, как он будет показывать в конце. Ну и в конце я сниму, как он уже выглядит в целом виде.